В первом наборе школы летчиков более 20 мальчишек из разных уголков Алтайского края. Барнаула, Новоалтайска, Зонального, Косихинского и Бийского районов. Встречи начинающих летчиков будут проходить в последнее воскресенье каждого месяца. Весь интерактивный курс – 12 бесплатных занятий. Артем Подольский – один из первых записался на курсы. Меня вообще впечатлило все эти экспонаты. Тут еще был разный... костюм летчика я его надевал, прям очень жутко понравилось. Смотрел много фильмов про войну, нравятся вообще летчики, самолеты разные нравятся. Курсы для юных летчиков в музее Титова открыли прежде всего для того, чтобы популяризировать эту профессию среди подростков. Возможно, кто-то из них и выберет в дальнейшем эту специальность. По мнению преподавателя курсов, а в прошлом военного летчика, Яниса Лейманиса, в наши дни необходимо рекламировать эту профессию. Командир экипажа, который летает международные рейсы, получает до 500 000 рублей. У нас во все времена в нашей стране летчики – это была элита. В программе занятий – теория и практика. Слушатели смогут побывать за штурвалом в кабине самолета Л-29 или совершить посадку на любом аэродроме страны с помощью очков виртуальной реальности. Дмитрий Бутков, Анатолий Фукс. Новости.